Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Groove Castle. Ну что ж, за ночь у меня набилось 12 миллионов голды. Это очень хороший показатель, я считаю. Поэтому быстренько отправляемся с вами сюда и покупаем то, что я давно хотел. Так, маркет. Маркет. Давай посмотрим, что это за маркет, друзья мои. Уж сильно мне хочется глянуть. Так. Да ладно, вы серьезно, что ли? Блин. Хорошо, пускай будет. Так, следующее у нас. Я думаю, что костюмы, магазин костюмов мне не нужен. А вот лаборатория монстров, наверное, пригодится. Давай глянем, что она из себя представляет. Ёлки-палки. Так, что же это здесь у нас такое? Погоди-ка, друзья мои, а это случайно не... Блин. Это монстропедия, по-моему, да? Или нет? Что-то я не могу понять. Ну да, это монстропедия, потому что... видите, да, сколько я убил, сколько я не убил. Так. А что тут еще? Это уже потом, да, у нас? Зачем я ее взял, эту монстропедию? Так, хорошо, у нас еще есть возможность купить фордж, либо костюм. Ну, магазин костюмов. Я думаю, что мы возьмем форж, ну, когда накопим, естественно, с вами достаточное количество гемов. Так, здесь я ничего не могу взять. Тут могу улучшить. Нет, улучшить тоже не могу, друзья. Блин, печалька какая-то просто-напросто. Так, ладно, хорошо, не будем расстраиваться. Давай прокачаем наш барак немножечко, да? Совсем чуть, промоушен. Ага, и что ты нам предлагаешь? Так, рекруты, да, на 7 секунд, которые дерутся, короче, понятно. И здесь 18 секунд. Ну ладно, подожди, промоушен 20 гемов? Нет, спасибо большое. 20 гемов, а причем у меня барак-то еще и не 31 уровня, верно же? Конечно же. Так что пока рано радоваться. Какой там уровень? 27-й? А, 31-й, все, отлично. Так, давай, наверное, вот этого нашего червя тоже мы улучшим с вами. Угу. Давай вот так вот, хоп. Хоп, нормуль. Червячок в деле. Так, сказали убрать бомбарду и поставить вот эту вот башню. Хорошо, друзья, я попробую. Давайте глянем, прокачаем ее до 11 уровня, да? Дальше же я могу ведь ее... Секунду, ты где? Вот она. Промоушен. Что мне нужно? 10 гемов не буду тратить, потому что мы с вами копим 60 гемчиков. Так, давай я, наверное, прокачаю нашего. Хотя мне попросили взять вот это вот. Короля троллов. Троллей. Говорят, что он очень мощный и сильный. Очень мощный и сильный. Я могу, конечно, взять его попробовать, да? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Подожди-ка, а что у нас получается? Этот у нас лидер... Призывает двух бессмертных. Я их, правда, честно говоря, еще не видел. Может быть, это на каком-то определенном уровне. Давай, наверное, мы возьмем вот этого короля. Я его еще чуть-чуть прокачаю. До какого там уровня? Ну, пускай до 20-го. Нет, до 20... До 30-го, господи. Чем мы будем научиться? До 30-го уровня. Таким вот образом, да? Я могу поставить... Ничего. Я могу поставить ничего. Хорошо. Так, дальше. Дальше занимаемся прокачкой наших стрелков. Нет, прокачаю барак маленько, наверное, еще. Еще чуть-чуть. До 40-го уровня. Вот так вот. Теперь будем заниматься нашими лучниками. Так, давай-ка. Вау, вау, вау. Тихо, нет, не надо. Я так потихоньку буду. До 80-го уровня. Так, и попробуем улучшить нашу башню до уровня 60-го. Вот так вот. Слушай, у нас появилось что? У нас появилась еще одна ячейка. И мы можем с вами... Воу-воу-воу-воу. Так. Башня. Шахта, да? Гильдия героев. Гильдия героев, что он дает? Герой дамажит на 30% больше. А форж ХП 10, да? МП рековерит, то есть быстрее накопляется мана на 20%. Стрелки дамажат на 30% больше. Я куплю, наверное, стрелков, друзья мои. Ух ты, смотри, смотри, какие у нас стрелки стали прикольные. Такие в красных шапочках, все дела.
Это все, конечно, круто. На самом деле, теперь нужно прокачивать нам наших героев. Кстати, мне сказали, что ведьмочки должны быть в одном ряду. Так что, Дороти, надо нам с тобой вот сюда вот встать. Так, эльфа... Ой, этого тоже пока уберу. Мы поставим его сюда, наверное, да? Где-то у нас там. Где ты у нас? Так, вот сюда поставлю нашего вольфа-друида. Надо его еще немножко прокачать. Давай до 30 уровня, да? Вот так вот. А сюда поставим обратно Дороти. Давай, где она у нас? Дороти, вот она. Экипируем. Так, и прокачаем тоже, наверное, до 30 уровня. 30 левел нужно ей. Также 30 уровень ставим. А, тут у Лисы тоже 30 уровень. Так, а здесь у Алисы пока еще не 30. Вот, 30 уровень Алисе. Так, копейщик. Ой, копейщик. Где он у нас? Че, хотел сказать, что он первого уровня, что ли? Че, серьезно, что ли? Он у меня еще и не прокачанный был, олух, а? Стоит там из-под тишка, а? Ну, ты маленький засранец. Так, Зевс. Зевс тоже 13 уровня. Конечно, надо прокачивать его, господи. О чем тут говорить? Так, 30 левел. Я эту башню-то прокачал, кстати, или нет? Нет, она еще пока слабенькая. Тоже 30 левел ей сделаем. Ага, башня вот эта у нас. Фриз. Тоже до 30 левела прокачаем. Все пока будет у нас на 30 уровнях, да? Так, лучники стоят, это все стоит, стоит. Так, а здесь-то, подожди, кого я... Друзья, я кого-то не поставил, да? Я не поставил... Ага, все, понял. Друида я не установил сюда. Друид, давай, возвращайся, пожалуйста. Не дуркуй. Экипируйся. Так, мне сказали, что вместо вот этого лучника надо брать хантера. Ну, я не знаю, друзья мои. Тут на 145% на 5 секунд, а здесь 100% на 3 секунды. Ускорение. Не знаю даже. Нет, я все-таки оставлю, наверное, нашего вот этого вот стрелка. Единственное, что я надо, это прокачать мне его. До уровня 50-го, наверное, да? Да, до 50-го уровня я его прокачаю вот таким вот образом. Так, Зевс, друидки, все это... Ага. Голем-мастер у нас тоже, кстати, не прокачанный. Давай до 40-го... До 41-го, фиг с ним, пускай будет так. Ну что, друзья, поехали. Будем сейчас разборки наводить. Хотя, подожди-ка секунду. Так, перекрасим наших стрелков. У них же просто поменялся цвет шапки. И давай глянем, друзья. Так, подожди, не сюда. Мы идем с вами за новыми приключениями, да? Кстати, вот эту вот деревушку-то нам нужно улучшить. Вот так вот должно быть. И я теперь думаю, что мы с вами в состоянии, наверное, проходить более-менее сложные уровни. Поехали, посмотрим. Так, конечно же, ускорение, конечно же. Посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Пока вроде неплохо, да? Я бы даже сказал, найс. Так, даже никого пока не вызываю в помощь себе. Ну, давай так вот сделаем. Смотри, как жарим их, а? Солидно. Давай-давай-давай, нагибаем их всех. Слушай, да скорее всего сейчас выйдет босс, мы его быстро просто расчекрыжим. Ну, где босс? Жду босса. Вот он, вот он, вот он, вот он, идет, 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 друзья мои. Ух, ваты, а не босс на самом деле. Так, мы с вами получили какую-то книжку. Повелитель молний. Так, опыт. Фиг с ним. До 10, до 10 уровня прокачали. И, наверное, все прокачаем до 10 уровня, да? А потом будем что-то другое делать. Так, ну что, в принципе, неплохо мы здесь с вами справились. И я думаю, что можно даже попытаться вот этот уровень, да, пройти. Поехали. Так, давайте, наверное, быстренько будем с вами вызывать всякую вспомогаловку для нас. Нам нужно быстрее забомбить замок. Воу-воу-воу, ты смотри, с какой скоростью мы нахлобучиваем. Вау, красота-то какая, я прям обожаю вот на это смотреть. Давай еще вызовем. Нам нужно быстренько уничтожить. Фу. Круто. Так,
И давай, наверное, мы с вами... Где у нас? Где эта деревушка? Или это не деревушка была, друзья? Я думал, деревушка была. Ладно, фиг с ним. Так, 250. Давай-ка, наверное, вот сюда сбегаем. Вызываем. Бомбим. Все нужно делать быстро, да? Максимально быстро. Так, Зевс. У Зевса тоже что-то делается. Я не могу понять, что мы там ему активируем. Но что-то вот делается. Смотри, как прекрасно мы уничтожаем вражеский замок. Просто великолепно. Ух, сейчас он сдуется. Так, вызываем, вызываем, вызываем всех. Да, друзья, забомбили. Так, отличненько все. Ага. Расставляем. Вот так вот. Я везде могу, да, так сделать? Каждый городишко могу улучшить. Ну давай сделаем, ребята. Это просто великолепный будет нам идти доход. Просто великолепный. Если я за ночь набираю по 12 лямов, то ты можешь представить, сколько я буду зарабатывать, прокачав вот все свои вот эти вот городишки маленькие. Конечно, будет доход в разы больше. Так, еще одна деревушка. Вот так вот. А, еще даже есть. Ух, красота-то какая. Так, вроде бы пока все, да? Слушай, можно, в принципе, освободить нам еще. Тут пару деревушек везде завалялось. Но я хочу пойти вот сюда. Что это у нас тут такое? Угу, здесь у нас будет сокровище. Да, друзья? Будет тут у нас какое-то сокровище. Так, главное врагов не подпускать. Отбиваемся как только можем. Так, все пока хорошо, все удачно идет. Пройти они не могут, хотя нет. Друзья мои, подходят потихонечку. Подходят они. Я жду босса. Сейчас должен появиться босс, по идее. Нам нужно будет его встретить во всеоружии. То есть тут и стрелки должны бомбить у нас, да? И маны. Вот он, босс. Босс идет, друзья. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, отлично. Мы успели его промять. И нам достается эмеральд. Интересно, что такое эмеральд? Этот камушек куда нам понадобится? А ну-ка. Экипируем. Что там написано? Это у нас два голема. Дамажат. Ага. Ладно, хорошо. Пускай будут два голема дамажных. Я не против. Так, два очка опыта у нас есть. И нам нужно что-то с вами прокачать. Ну, во-первых, наверное, прокачаем наших суммонеров, да? Чтобы они лучше жили, чувствовали себя великолепно. И давай посмотрим, что у нас дальше здесь есть. Хм. 340, да? Это очередная деревушка. Так, а это у нас что? Опять сокровище. Поехали на сокровище. Поехали на сокровище. Ой-ой-ой, по-моему, тут... Да что? А, там катапульты! Друзья мои, там катапульты вражеские, они бомбят по мне. Так, сдерживаем, да? Пока сдерживаем. Зевс, ну-ка активируй свои молнии. Просто тысячные армии ложатся перед нами. Посмотри, левел ап получили. Так, сейчас будет босс. Я жду, я готов. Ну, где он? Появись, покажись. Сейчас пойдет, друзья, вот он идет. Естественно, я его встречаю и... Сосунок. Хе-хе-хе. Теперь у нас камешек топаз. Хм, куда этот камень, интересно, вставляется? Что он вообще делает? Два голема электрических. Блин, два голема электрических, это все понятно, друзья. Мне нужен вот этот вот артефакт. Где мне его взять? Я пока не знаю. Так, одно очко опыта давай, наверное, вот сюда вот потратим. И что у нас дальше? Поехали. Так. Открыть. Ага, конечно. Ха-ха, на халявку не получилось. Давай посмотрим еще, что мы тут можем с вами сделать. 340, я думаю, будет пока сильно для нас. 310 тоже сильно. Ага, мы практически с вами близ лежащую территорию всю прошмонали. Так, что у нас тут? Скилл.
Ну давай попробуем, попробуем, друзья мои, заработать себе этот скилл. Если нас, конечно, не пробьют, а нас прожимают, кстати, смотри. Смотри, что происходит. По чуть-чуть, но продавливают. Ладно, давай тогда будем держаться здесь, друзья мои, нам... У нас варианта другого нету. Твою налево, ты посмотри, какие орды просто идут. Сейчас босс пойдет. Сейчас пойдет, друзья мои, босс. Будем встречать его, конечно же. Ну, появись, олух. Все, друзья мои, он сейчас пойдет. Вот он, эта капелька слайм. Майл, как его там звать, я не знаю. Изи! Хм. Книга мастера огня нам выпала сейчас только что. Книга мастера огня. Куда нам ее? Слушай, а где вот эти вот скиллы? Я их получаю. А где я их могу активировать? Куда они вообще падают-то мне? Вот эти все книжки. Или это у нас просто прокачиваются скиллы на персонажах? Хм, интересный вопрос. Так, друзья, давай-ка еще... Да не это мне надо, господи, вот сюда. Давай-ка еще посмотрим, что мы можем с вами здесь нахлобучить. А как это интересно, я здесь побывал. Я не мог здесь уничтожить. Или мог? Фиг его знает. Ой, наверх даже смотреть не хочу. У меня просто глаза в кучу сразу становятся. Я представляю, какие там будут мощи. Ну что, вроде бы здесь пока все, да? У нас еще вот тут вот 1000, я не знаю, что это такое. И вот здесь вот закрыто. Это 150-я волна и 200-я волна. Ладушки. Давай, наверное, попробуем с тобой, ну, просто проходить наши волны, обычные волны. Ой, зачем я так сделал, друзья мои? Ай-яй-яй. Зря я, конечно, так сделал. Я просто потратил 20 гемов, которые мне нужны. Я же хотел накопить 60 гемчиков. Ну, зато 20 волн перепрыгнул сразу же, да? То есть мы с вами на 63-й волне, что ли, получается? Ладно. Как видите, мы с ней вообще справляемся на изи. Ага. Ну, вот так вот мы победили, да? Босс бежит. Олух. Просто нахлобучили его и все. Нет, это мне не нужно. Так, очко навыков. Нам нужно с вами шанс критического удара, да? Тоже до 10 будем прокачивать. Ну, погнали дальше. Не будем мы с вами тратить больше гемы. Будем потихонечку вот так вот проходить. Да, я не спорю, долго придется ждать. Но куда деваться. Денежка у нас капает потихонечку. Я не знаю, может быть, нам кого-нибудь еще прокачать или что-нибудь прокачать. Этот чувак носит нам галдишку и доволен. Жалко, нельзя еще ускориться, еще быстрее, да? А что такое оф? Золотой рог. Ничего себе, он еще и платный, друзья мои, ты представляешь? Это, мне кажется, знаешь, что такое? Типа автобоя, наверное, да? Когда он будет сам вызывать волны и сам их проходить. Так, ад у нас это бесконечность. Туда даже суваться не стоит. Ох ты, а это что такое, друзья? Гильдия. Найти. Сколько? Ну. Че, серьезно, что ли? Чтобы сделать гильдию, нужно 100 миллионов? Вы серьезно? А если я вступить куда-нибудь... О! Русский. Так. Красный гном. Хм. Ну, давай я вот, наверное, вот сюда вот вступлю. А? Да, я хочу к нашим. К русским. И что? Ага, тут чат. Всем привет. Хай. Тут еще и корейцы. Какой левел у тебя? Ну, ок. Нет тут такого биться. Бит, а друг с другом. Ну давай PvP, что делать надо. Так, это хорошо, конечно, все. Все очень хорошо. Какие-то сундучки здесь у нас. А, погоди-ка. Ничего не могу, да? А как интересно это прокачивать все в нашей гильдии. Друзья мои, если кто-то состоит у нас в клане Россия-49, напишите мне в комментариях, что я могу вам сделать там. Ух ты, а это что такое, друзья мои? Зеленый дракон, черный дракон, красный дракон, легендарный дракон.
Ну-ка, дай-ка я посмотрю, кто это такой. Что это за дракон? Йоу, парасата явился, не запылился. Нет, ты посмотри, что он там делает, а? Он жарит мне мою базу. Огонь, конечно же, огонь, друзья мои. Мы должны его победить. Этого ватного зеленого дракона. Хе-хе-хе-хе. Ничего себе бабло мне тикает. Ты посмотри, с какой скоростью. Слушай, а мне нравится. Так, get. И... Так, это клан. Подожди, я не понял. Я же что-то получил же, да? Ведь что-то должно же быть. Во. Шанс критический удар. Апгрейд. Можно экипировать. А куда экипировать? Вот куда. Арчер же может. Так, у нас с вами 13 тысяч уже, да? Так, подожди-ка. Точно у лучника? Да, друзья, лук стоит у него. Я могу же еще... улучшить, ведь так? Вот, вот для чего нам нужны темные кристаллы, друзья. Ты смотри-ка, а? Ай, красота. Сколько стоит-то? Да не так уж, в принципе, и дорого. Ну, шанс... Что? А, тут еще заточка идет. Вот оно как, да? Ладушки. Слушай, а мне понравилось. Давай-ка, наверное, еще с вами... попробуем бомбануть еще одного зеленого дракона. Может быть, нам что-нибудь то же самое выпадет или что-то другое, а? Просто хочется посмотреть. Так, прожимаем, прожимаем. Да ну, дракон-то вата какой-то. Ну, отлично. Мне нравится, что вот деньги нам просто рекой текут. Это круто на самом деле. Так, ух ты. Подвески. Подвесочки. Так, подожди секунду. Давай, наверное, мы с вами... Что нам сделать-то? Давай вот манну прокачаем, да? Манна рековерий. Подвеска. Так, нам надо вот сюда зайти и посмотреть. Кулдаун 2%. Можно все это дело улучшать. А можно как-то сразу, например, ну, там... на соточку повысить, нет? Вот так вот я и должен потихонечку прокачивать, да? Ладно, хорошо. Предположим, друзья мои. Кому можно одеть? Ведьмам тоже можно одеть, да? По-моему, одел. Ну-ка глянем. Так, подожди. Да, вот. Вот они, висят. Отлично, давай-ка еще. Давай попробуем вот этого вот. Ну, черный дракон-то будет жестко, наверное, я думаю. Черный дракон это... Куда он там? Что он там делает? О, ребятулечки, какой нафиг мне... Какой к чертовой бабушке черный дракон? Вы видели, да, что он со мной сделал? Черный дракон, ага. Порвал, даже не поморщился. Ладно, ну, хотя бы зеленого мы с вами забомбим. Да что ж такое-то, а? Идем нога в ногу практически. Все, я справился. Так, давай посмотрим, что он нам выдаст. Смотрите, сколько нам голды там выпадает. Опять лук. Опять нам выпал лук. Хорошо. Давай посмотрим, куда я этот лук могу, ну, одеть. Куда я его могу одеть? Экипировать. Ага, я могу, например, Алисе. Зачем он нужен ей? Хотя, в принципе, она же... Нет, она... Подожди, она же вызывает только... А, скелеты-лучники у нее. Да-да-да-да-да. Там-то как раз ей и дел, и место. Так, ну что? Тут у нас... ну-ка... Вот это что такое, друзья мои? А? Что вот это такое? Я не могу понять. Плюс сердечко за 10 гемов. Не понимаю я. Вот не пойму я. Я знаю, что через 36 секунд мы получим с вами, по ходу дела, один гем, да? Так оно все получается. Так, а здесь у нас Forge. Может быть, возьмем все-таки вот этот вот магазин? А потом... Слушай, я ведь могу же уничтожить, например, если мне вот это вот не надо? Ага, нет, я уничтожить это не могу. Блин, а я хотел, думал, если что, взять, а потом изменить. Но не тут-то было. Хорошо, тогда мне придется... Подожди-ка, давай-ка мы улучшили, да? Немножечко. Так, ну что, друзья, давай, наверное... Вот это я тоже, кстати, не могу понять, что нам здесь дает. Вот что вот это вот такое?
Нет, я понимаю, конечно, что мы тут с вами все это захватили. Это колонии, там, то все 50-е. Ну, давай вот это вот мы с вами освободим. А, тут тоже нужны гемы. А гемы мне нужны, поэтому я их тратить пока не буду. Давай, наверное... Сколько нужно? 20. И хочется, и колется. Нет, не буду, мне нужны, я не буду тратить их пока. Свои кристаллы. Единственное, что... Нет, тролля тоже пока не буду трогать. Давай просто тогда с вами сыграем в волну. Это какая у нас? 84-я. У нас на сотой волне, да, что-то новенькое появляется или нет? По-моему, да. Вы, кстати, видели, что он у чувачка оттуда или это наше? Я не могу понять, это наши, да, по-моему, там орки выбегают. Ну, по-моему, да, наш. Вон там орк наяривает. Гора такая вдалеке, и оттуда выбегает маленький орк с секирой. Бесконечный, короче. Я даже не знаю, чей он. Ну что ж, победа очередная. Да не надо мне вот это вот всего, успокойтесь вы. Так, может быть, нам прокачать... Давай-ка лучников еще прокачаем. О, смотри-ка, у них появляется плащик. Все, денежки закончились. Да, дорого они мне обходятся. Очень дорого. Что у нас тут? Эвент. Получил, да, что-то я? Ну что, давай следующую тогда волну. Можно, конечно, за 20 гемов пропустить, друзья мои, да? И мы сразу окажемся с вами на сотой волне. А может быть, все-таки сделать так, а? Мы потом с вами все равно приобретем эти гемы. Level up. А так будем на сотой волне уже. Давай-ка, наверное, все-таки мы замутим это дело. Да, я все-таки рискну. Так, подожди, босс? Какой босс еще? Вата, иди отсюда. Бежит он там, сломя голову ко мне. Нет, ничего не надо мне. Так, мана рековри, конечно же, мана рековри. И... Так. Вот, друзья мои, после прохождения мы сразу окажемся на 106-й волне. Давай-давай, бомбим их. Вызываем всех наших олухов, всех героев. Кстати, вот эти вот копейщики могут стрелять только на определенном расстоянии. Да, когда враг уже близко. Не стоит об этом забывать. То есть вдаль они не могут стрелять. Эти големы такие, тин-тин, чем там стреляют, ядом что ли, или что они там делают, непонятно. Босс-то будет? Будет. Будет у нас, конечно же, босс. Давай наказываем его. Ох ты. Ты видел у нас... Ты видел, что у нас там сзади появилось? Какая-то башня выросла там. Ха-ха. А ну-ка дай-ка. Вот, смотрите, друзья. Вот ее не было, а она появилась. Неплохо. Надо будет только понять, для чего эта башня, что она делает. Там-то понятно, орк выходит постоянно там, бомбит. Так, 106-я волна. Как видите, все у нас тут легко и просто. Вообще без проблем. Уничтожаем, да? А кто-то мне писал максимальный рекорд, ну, из подписчиков там. 2000 какая-то волна. Интересно, это вообще реально пройти до 2000 какой-то там волны? Да иди ты. Золото. Раньше я смотрел, конечно же, рекламу. Каждый раз, потому что нужны были финансики. Ага, тут еще колоды можно менять. Угу, я понял. Так, давай-ка сбегаем на карту и посмотрим, что у нас тут происходит. Слушай, я думаю, мы, наверное, справимся с вами вот с этой вот базенкой на изи. Давай-ка так вот активируем все это дело, да, наше? Ну, она крепкая база, тут не поспоришь. Ну, мы-то еще крепче. Смотри, мы просто его проминаем под себя. Да-да-да. Давай так, так и вот так. А кто-то из подписчиков писал: Рэй, тебе скоро она надоест. Друзья мои, мы же ее играем не на прохождение. Потому что, я так понимаю, ее пройти невозможно. Просто смотрим, наслаждаемся, бомбим. Пока это все дается нам легко, мы и играем. Так, давай вот так вот сделаем. Я, конечно, хотел бы поиграть еще в Groove Tower. Но вся проблема в том, что ее сделали, друзья мои, на китайском языке. Меня это раздражает. Нет, ну если вы напишите в комментах, что показывай, конечно, я сыграю. У меня все там сохранилось, весь опыт, весь результат. Но единственное, что не на английском, а все на китайском, на иероглифах. Так, ну что, мы справились с вами с этой
базенкой. Я ее расстроил. Так, дальше, что нам еще можно такого забомбить? 450 я вряд ли потяну. Блин, 370, как думаешь, справимся? 340, давай-ка попробуем здесь на 340 сходить. Получится у нас здесь пробомбить этот замок или нет? Я думаю, получится. Причем так прикольно смотрится, да? Это даже не замок, это, я не знаю, какая-то шахта для добычи чего-то. Больше выглядит на это, да? Так, давай дальше бомбить. Без остановки. Наказываем, наказываем врагов. Ну. Да что ж такое-то, на половине встряли и все. Очень медленно копится. Подожди-ка, они что, прорываются, что ли? Эй, ты посмотри. Они прорываются. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы же так начали хорошо, почему так заканчиваем фиговенько, эй. Я не понял, в чем проблема. Слушай, ну Тесла, да, неплохо бомбит, смотри. Электричеством. Надо будет ее прокачать еще побольше. Получше. Да мы будем сегодня бомбить или нет? Лучники, давай, атакуем. Остановились вот на 46 тысячах. И все, ни туда, ни сюда не двигаемся. И маны нету. А меня продавливают, смотри, 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 что происходит. Сейчас, по-моему, фейл будет. Трындец. Вот это да, вот это меня прожали. Обалдеть. Что это такое? Что это? Ранг какой-то. Я не могу понять, что происходит, друзья мои. А? Что это? Ну, давай вот этого поставим, я не знаю. Что вообще происходит? Что это такое? 35 секунд. Я не понимаю. Я даже не могу ничего сделать. Не выйти, не закрыть, ничего. Мне надо ждать определенное время. Зачем? Что это за маг у нас такой? Да что происходит-то, господи, с игрой-то, ё-моё. Что, почему я должен ждать здесь? Хорошо, давай подождем эти 30 чертовых секунд. Не могу понять, что это означает вообще. Для чего я должен ждать это время? Почему я не могу закрыть это все? Хм. Типа, кто твой герой? Ну, лучник, предположим. Хотя, на самом деле, я бы лучше вот этого взял бы. Друида. Так, время подходит. 10 секунд осталось, друзья. 7, 6, 5. Я надеюсь, хоть что-то поменяется. Хоть закроется что-нибудь. Ну... И? Да что за... В чем проблема-то? Друзья, я... Так, это что такое? Какой, блин... Друзья мои, я не знаю, что там происходит, короче, у нас. Если я нажимаю вот на войну, да, на обычную битву, у меня появляется тот самый экран, и я ничего там сделать не могу. Так, что у нас тут? Какое-то новое сообщение. Хай, всем привет. В принципе, нам бы тоже надо поздороваться с ребятами. Всем хай. Вот так вот. Окей. Это меня вот так вот величает здесь, да, в этой игре? Отлично просто. Никнейм надо поменять, это не дело. Где-нибудь здесь есть такое дело? Поменять не могу, походу, дела, да? Жаль. Так, ладно, друзья мои. Что нам делать, если я не могу просто драться? Могу хотя бы на карте. На карте вроде бы все нормально. Давай посмотрим. 340, смогу ли я справиться? Почему-то кажется нет. Давай вот 310 здесь есть. Попробуем эту колонию с вами захватить. Ну что вот это такое, друзья мои? Я не понимаю, в чем суть? Ожидание какое-то. Для меня это пока непонятно. Я ничего не могу сделать, ты понимаешь? Ничегошеньки. Вот я нажимаю и все бесполезно. В общем, друзья мои, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закруглимся. Если кто знает, что вот это означает, напишите мне в комментариях. Ну, а мы с вами закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачки вам!